спуститься обратно вот можно по ступенечкам. Ну и на лифте, кстати. И вот интересно, почему лучше спускаться по ступенечкам. Можно увидеть вот эту фотографию. Это венчание наследного принца Филиппа с Летиси Ортиз. Она была телеведущей. Произошло в 2004 году. Кстати, тоже в мае. Вот они венчались. Свет падает. Вот они венчались в этом соборе. Класс. Сегодня 28 мая. Я опять вернулся в собор Аль-Мудена. Это невероятный собор. Вчера я хотел подняться под купол, но подъем под купол 7 евро с 10 утра до 2:30, а мы были здесь позже. Вот, и я сегодня хочу подняться на купол. Здесь можно еще зайти в музей собора. И вот эта площадь перед Королевским дворцом. Вот такая вот уже очередь в билетные кассы. И вот сам двор Королевского дворца. Я уже пойду туда чуть позже. После собора. Я пока поднялся на террасу вот собора. Здесь два музея в соборе. Один внизу, один вверху. В музее фотографировать и снимать нельзя. И вот отсюда открывается вот такой прекрасный вид на Королевский дворец Мадрида. И вот на парк Рио, на весь город, потому что это все на холме. Потом можно пойти вот туда на террасу тоже все заснять. Но отсюда открывается невероятный вид на Королевский двор. На вот эту огромную очередь, которая там стоит в Королевский двор. Я поднялся на куполу собора. Вот так вот он выглядит изнутри. Здесь колонны, они со стеклом. То есть к самому краю, к перилам нельзя подойти. Поэтому тут сложно сфотографировать и заснять. И вот так вот выглядит сам купол собора. И отсюда можно выйти на улицу. Через эту дверь. И вот тут уже можно увидеть скульптуры, которые украшают собор, подняться на лестницу и насладиться красотой Мадрида с этой стороны. И вот такой вот вид с фасада, потому что башня находится как бы позади самой базилики. И вот за этими башенками находится Королевский дворец. И точно так же открывается невероятный вид на Мадрид. В сторону центра. В сторону Гран-Вия. И вообще всех таких кварталов, где происходит бурная жизнь, ночная и утренняя. Сделаны вот такие вот ступенечки. Без решеток, как во Флоренции, то есть можно все это заснять. С этой стороны открывается вид на парк. Боже, сколько зелени, какой же это огромный город. И вот такой вот огромный зеленый массив. Чудо. И вот интересно, здесь такая плита, табличка, где можно увидеть собор, в который я пойду. Это базилика Сан-Франциско Великого. А вот та церковь вот с той стороны, это королевская королевский собор Сан-Андреас. И с этой стороны, к сожалению, против солнца открывается вид на старый город с множеством церквей и соборов. Обалдеть, сколько их много. И это что-то просто невероятное. Какой же красивый это город. На двор вот с этой стороны вход в церковь, а уже с центрального входа вход в музей. И вот сюда наверх на террасу. И да,
Это какое чудо. Эти скульптуры. И этот город невероятный. Очень красивый парк. Вид на вот на этот модерновый мост и на два больших еще собора, которые обязательно нужно посетить. Так что ходить по ступенькам не только полезно для здоровья, но и можно что-то узнать и увидеть вот такие фотки с разными папами, ну, в принципе, и мамами.